Со слов жительницы Канска, она была осведомлена о мошеннических схемах, но в своем случае поверила в реальность ситуации. Во-первых, сами злоумышленники не запрашивали у нее реквизиты банковской карты, а также дополнительной информации о персональных данных. Весомым аргументом также явился тот факт, что злоумышленники звонили с номеров телефонов, которые относились к службам безопасности госструктур. Данные номера женщина сравнила на официальных сайтах правоохранительных ведомств, но их актуальность проверила лишь после того, как перечислила всю сумму денежных средств злоумышленникам. Осознав, что ее обманули, что ей звонили с подменных номеров госструктур, она обратилась с заявлением в ОВД. По данному факту следователями муниципального отдела МВД России Канске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрено частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это мошенничество в особо крупном размере. В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности злоумышленников, а также движению денежных средств.